После матча МФТ МГТУ ДТ мы берем интервью нападающего команды МФТ Болотина Ивана. Иван, прокомментируйте, пожалуйста, исход матча. Ну, исход матча закономерен. Вот, я считаю, что мы были сильнее соперника. Просто подавляющее преимущество по моментам. Вот, в этом плане хочется поблагодарить тренера за то, что он нам дал остро атакующую установку на игру, и она сработала, ну, практически на 100%. Могли мы, конечно, забить и побольше голов, но мастерства чуть-чуть не хватило. Хорошо. А как вы в целом прокомментируете выступление команды в Питере? Такси. Хорошо. Это, ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить всех организаторов питерского турнира. Все прекрасно. Вот, ну, погоду они не могли как бы исправить, а остальное все было на очень высоком уровне. Вот. Потом еще спасибо моей начальнице, которая подписала мне отпуск на сегодня. Спасибо всей команде за то, что отдавали мне отличные передачи на край по 2 гола. Спасибо всем нашим болельщикам, которые приехали на выезд в Питер, в том числе нашему корреспонденту Тамаре. Вот, они были великолепны, все матчи. И даже сейчас мы слышали, чувствовали их поддержку из Москвы. Вот, вам всем привет. Все, спасибо большое, удачи.